Привет, друзья! Да чего же вкусным может быть десерт без выпечки? Даже сложно себе представить. Спешу поделиться с вами невероятно вкусным десертом. Желатин высыпаю в миску и заливаю холодной водой и оставляю в сторонке, пока он не набухнет. Сегодня для торта использую готовый сладкий рулет, разрезая его на равные части. Ширина кусочка примерно 1 см. Подходящую форму застилаю пищевой пленкой. На дно формы выкладываю нарезанные кусочки рулета. А затем в круговую по бокам формы. В емкость кладу творог, добавляю сметану. Сметана и творог подойдут любой жирности. Туда же добавляю лимонный сок, ванилин и сахар. Пробиваю погружным блендером до однородной массы. Очищаю киви и нарезаю небольшими кусочками. Нарезанные киви добавляю в творожно-сметанную массу. Фрукты можете класть совершенно любые на ваш вкус. Перемешиваю. Набухший желатин распускаю на водяной бане и отправляю в нашу массу. И хорошенько перемешиваю. Желатин начал застывать. Переливаю быстренько нашу массу в подготовленную форму. Равняю лопаткой и выкладываю сверху кусочки рулета. Накрываю сверху пленкой и убираю в холодильник часа на 3, а лучше на ночь, чтобы тортик наш хорошенько застыл. Время застывания зависит от вашего желатина. Обычно я готовлю на ночь, к утру десерт уже готов. Убираю пленку, накрываю блюдом и переворачиваю. Снимаю форму, тортик готов. А как вам, друзья, этот рецепт? Обязательно напишите в комментариях. С нетерпением жду ваши отзывы. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новый рецепт. Делитесь видео с друзьями. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита, хорошего настроения, готовьте с удовольствием.